Здравствуйте! Я предлагаю вам сегодня очутиться на корейской кухне и приготовить вместе со мной тангдак – курицу по-корейски. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, кому как нравится больше. И, пожалуйста, высказывайте свое мнение о рецептах в комментариях. Для приготовления блюда нам понадобится курица, много чеснока, острый красный перец свежий, острый молотый красный перец, рис длиннозерный, зеленый лук, растительное масло и соль по вкусу. Приготовим маринад. 8-10 зубчиков чеснока очищаем, раздавливаем и выкладываем в миску. Затем в миску к чесноку добавляем 1/2 чайной ложки соли, 1 чайную ложку острого молотого перца и немного свежего острого перца. Затем наливаем 3 столовые ложки растительного масла и все хорошо перемешиваем. Подготовим курицу. Разрезаем ее по спинке с одной стороны от позвоночника. Отрезаем лишнюю кожу и жир. Затем отрезаем позвоночник и острым ножом удаляем ненужные ребра. Раскладываем курицу, надавив на нее руками, и натираем со всех сторон чесночно-перечной массой. Затем даем промариноваться при комнатной температуре под пленкой около 1 часа. Выкладываем на противень и запекаем при температуре 180 градусов 1 час. В это время сварим 1 стакан риса в 2,5 стаканах подсоленной кипящей воды на среднем огне под крышкой 15 минут. Затем снимем рис с плиты, накроем полотенцем и дадим постоять еще минут 20. Курицу подаем так. На тарелку выкладываем рис, сверху курицу, посыпаем мелко порезанным зеленым луком и острым красным перцем. Это блюдо очень легкое в приготовлении. Приятного вам аппетита!